так говорит Господь. 2 Коринфянам 6:2. Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное. Вот, теперь день спасения. Господь всегда так сильно нас вдохновляет, и давайте сегодня мы будем также помогать, утешать, учиться будем сегодня из этого времени, из этого собрания. Давайте будем приветствовать друг друга на собрании.